Всем привет! Всем привет, привет, привет! Сегодня мы продолжаем наше прохождение игры в замечательной Castlevania Lord of Shadow. Вторая часть. И на данный момент мы закончили на чем? Закончили мы на логове Медузы Горгоны. Сейчас мы ее будем повторно пытаться убивать. Я кое-что почитал там в одном месте. Не скажу где, в интернете. Логово Горгона Медуза.com 2/ help please me don't fuck me kill. И короче там написано, что нужно делать. Сейчас мы будем это пытаться сделать. Вот тут внутри это мадама. Сказали, ее нужно бить, а потом нужно ее бить. Ич! И вот сразу она начинает бить меня, хотя все должно быть. Ух ты! Немножко наоборот, у меня есть три флаконюги. Так, три флаконюги у меня есть. Ай. Сейчас что? Опять меня убило, короче, нужно выпить кровинушки. И сделать потише свои наушники, а то я начинаю орать. Потому что мне кажется, что громко так же, как и... А, нет, я не хочу. Сюда иди. А, ее перепрыгнуть нельзя. Это еще все это управление надо кинуть. Опа. Оу. Эти тайминги еще надо как-то... Опа. Вроде увернулся, да? Я все перепутал. И надо, в общем, переключиться на меч. Опять она мне. Ух. И да что ж ты ее не перепрыгиваешь-то? Вот. Сейчас пробуем еще раз. А, я сделал не то, да? Потому что нужно сделать что? Вот сюда переключиться. Лох ты, капитальный. Я все сделал. О, а нет, слушай. Одной головы у нее уже нет. Слушай, как ты это так сделал, интересно? Как ты это так интересно? И главное, когда я сделал, что у нее одной головы не тянет? Я просто не видел. Так.
вот прям интересно там. Опа. Пачки. На тебе влазит, на второй. На еще один. Ага. Я не понимаю, как я ей отрубил одну голову. Ну ладно. Видимо, не пойму, почему ты это. Ты, ух ты, ух ты. Еще огнем будем дыхать. Не успел. Долго думал. Долго думал. Опачки. Да, получилось. Да блин. Опять неправильно. Ух ты. Дергачила мне заехала. Ну-ну-ну, отходи, отходи, отходи. Да, чуть-чуть. Ух, и в голову. В голову мне прямо. Это да. Сейчас нужно будет что-то жать. Что-то жать нужно будет. Нет? Не, не нужно. Или нужно? Сердце достал. Вот это я понимаю. Это вот серьезно. Не вибрирует. Опачки, красный каймушек. Первозданный камень. Получено достижение Heart of Stone. Сердце в камне. Или каменное сердце. Обнаружен камень первозданного хаоса. У вас достаточно оранжевое освещение, значит, что предмет можно разрушить с помощью бомбы хаоса. Ок. Вот так. На. О, дверочка. Куда это-то? А, это я теперь-то сам смогу разрушить то, что не мог. Ну ладно. Так, давай-ка так. Комбинированный таран. Блин, столько всего, ну, блин, я в любом случае нужно улучшать хлыст, потому что
им в основном и пользуешься. Нет, не считается. Плащи, 5000 плащи, когти. Так, сейчас. Так, так, так. Мощный кулак, это что? А давай приобретем, ладно, пусть будет. А, кстати, это 775 очков. Есть ли что-нибудь по хлысту? А по хлысту мы все приобрели. По хлысту приобрели все, а здесь у нас все слишком дорого, чтобы что-то покупать. Ну, кстати, ну, можно залезть на это. И когда я, блин, у нее отрубил первую голову, я не помню, если честно, хоть убей. А. То есть на саму мадаму залезть нельзя, да? И тут она... И тут вниз спрыгнуть, походу, нельзя или можно? Нельзя. То есть там все это не узнаешь, что это такое и с чем ее едят. Соответственно, тоже у нас ничего толкового нет. Туда не пройдешь. Обидно, досада, вдруг тут что-нибудь интересное, мы не знаем. Вдруг война, я уставший. Так. Здесь мы были. Что-то разрушили. Надо посмотреть, что мы разрушили, как тут добраться. Вот камешек. А это сейчас будет какой-нибудь оранжевый, да, карабас? Да. Желтый, точнее. Что? Ох, карабасов этих, карабасов, барабасов. Камень хаос. Нажмите, чтобы увеличить уровень магии хаоса. Но я догадался, что так оно и будет. Теперь погладите сферы крови. А, вот оно как. А два сразу. И какой? И такой-то, и сякой-то. У меня жизнь там моя закончилась. Кстати. Кончилась жизня. Один флакончик остался. Ну, полезный девайс, его надо было пополнить. Аж волосы назад. А, то есть можно вернуться, да? Можно пойти сюда, можно... Не, пойдем-ка вернемся, посмотрим, что там есть. Потому что там были какие-то штуки, которые мы бы еще с удовольствием обследовали. Тем более с новоприобретенными силами хаоса. Что означает, что у нас есть силы, чтобы их разрушить. Главное теперь до этого дойти. Драться сейчас с кем-то надо будет. Надо бы или будет драться. Мы сейчас посмотрим. Да, тут где-то был выход. Вон. Да. И что? Все? А больше ничего, то есть дальше никуда, только сюда можно было. А туда никуда? Нет. Ну что ж, значит, все было зря. Все было зря, туда мы никуда не пройдем. Времени прошло 15 минут, как мы убили эту змею Челло.
вниз нам падать не с руки, там нас ничего не ждет. Смотри, опа, волос. Скоростное дело это было. Не абы как. О, куда падать? С парашютом. Тихо-тихо-тихо, это убить. Здесь есть. Тихо-тихо. Хреновина какая-то. Тихо. Есть. Да. И съесть. О, какая сфера прикольная, да? Ключ подземелья добрали. Ой-ой-ой-ой, гляньте, как жжется. Как жжется. Это что? Это что? Нет, не так. Не так, надо смотреть вниз. Вот это вот что? Печать Аластора. Или Аластора. Аластор. Да бог с ним. Как, но это нам не надо. Бог с ним, как оно называется, нам оно... О, это, кстати, печи, этот ключ, ключ, походу, можно будет использовать. Вон там где-то ключа не было. Как-то мог догадаться, мой дорогой товарищ. Интересно, если его успеть не вовремя, она будет включиться обратно и бить его по челюсти? Мне кажется, что нет. Ну ладно. Опять, а можно быстрее? Пожалуйста. Пожалуйста, быстрее. Я прошу. Ну, пожалуйста. Так. Угу. Магазинчик какой-то, да? Этот товарищ открыл магазин. Магазин. Опа. Какой-то туалет. Хотя не. Так. Интересно, куда это?
О, мой принц! Это большая честь, что вы посетили мой скромный магазин. Пожалуйста, заходите, заходите. Чувствуйте себя как дома. Где он, интересно, достал? Я так понимаю, это все достат. Короче, это все собрано в его зад. У нас не так много товаров. Мы же только что открылись. Пожалуйста, поймите, Ваше Величество. Тогда, что вы думаете о моем магазине, сир? Не то, что вы делаете из него, сир. Если что-то не подходит, то вы можете поменять. Скажите мне, сир, как я могу вам помочь? Так, выбрано слезы святого, всего... Ключ подземелья. Камень бездны. Изучить. Меч бездны. А, это, наверное, то, которое у нас повышает... Пять тысяч. Вот у нас количество черепов 1420, да? 300 ключ. Иллюстрация. Купить что ли иллюстрацию? А, тут тоже что-то будет, да? Не знаю, нужны или не нужны. С другой стороны. Да, давай, купим. Он на ком? Год кастома. Там 5000, это все не наше. Ладно, пойдем. Пойдем собирать деньги. Подождите, мой принц! Ваша эмблема? Ой, это дракоша какая-то. Какая-то дракоша. Он вернулся. Некогда вымершие драконы стали героями мифов и легенд, однако их наследие передавалось тайно через кровь их предков и было унаследовано их потомками, ожидающими пришествия избранного. Как сказано в древнем пророчестве, в далеком прошлом был создан таинственный талисман, гарантировавший возвращение зверя. Только лишь собрав все его покрытые паутиной времени чешуйки, можно возродить дракона. Выбрав талисман дракона, нажмите и держите РТ, чтобы использовать его. Ясно, научит этим пользоваться. Лобик сейчас запрашивает ученого. Я должен вернуться в город. Сейчас, ага. Бросили, все вернулись. Еще не все разрешено. Это что? Обломок какого-то меча? Еще не все предрешено. Так, и... Что это? Клейдас. Поразительная реликвия давно забытых времен, когда жаждавшим признания воинам приходилось выдерживать предлагаемые им испытания. Всякий, кто хотел опробовать свои силы на арене Клейдаса, сперва должен был найти руны, которые его довершают. Всего таких рун было 16, любые из 4... За любые из четырех рун воин имел право пройти ряд испытаний, найти все руны и завершить все испытания могли лишь избранные. Однако было последнее условие, отважиться на которое не каждому хватало духа. Клейдас возымел свою силу только если будет зачитано древнее заклинание, начертанное на рунах. Однако, насколько известно летописцу, есть лишь одно живое существо, говорящее на этом мертвом языке. Оно известно как Чупакабра. Хорошо. Это плохо.
Так, и что? Пробуждает дракона в Дракуле. Ладно. Пока нам это не надо, наверное. Так, забрать дневник солдата. Может, это не было такой уж хорошей идеей? И идти в эту заброшенную лавку реликвии зелья. Конечно, они сокровенные крепки, но не стоило так напиваться. Наверное, я посплю здесь немного. Сейчас даже темница Дракулы покажется райским местом. Меня даже крики боли и запах смерти не разбудят. Набрав сегодня добра, я завтра стану могущественным воином. Да, но лучше завтра. Единственная безделица, которую я откопал, перо, записывающее все, что вы говорите. Глянь-ка на него. Ну и короче, все. На этом его полномочия как бы и все. Так, я оттуда пришел. Тут я постоял. Да, я подошел. Что-то, что-то. Какой-то воин интересный. А, отсюда... Интересно получилось. Интересно, интересно. А можно ли будет так, что по-другому? Так. Посмотреть, что здесь. А, я, кажется, знаю, что здесь. А если пройтись немножко куда? Сейчас мы тут немножко побегаем. Кубик. Рубика. Рубик без кубика. Как мне туда забраться? Нет, не подходит. Опять тут не за что. Значит, откуда-то с другой стороны заходить. А, здесь, с другой стороны, куда-то можно зайти? Никак, да? С этой стороны никак. Туда наверх тоже, по-моему, залезть никак. Нельзя. Чтобы улучшить способность. Пока не будем улучшать. 1120. Не будем пока ничего улучшать. Обойдемся. Угу. Так. А стоит ли предлагать? А почему бы нет? Ну давай. Не слишком ли много крови тут требуется? Хотя это же замок Дракулы. Я думаю, нормально. Это комната карт. Вы можете использовать ее для быстрого перемещения в другие комнаты карт в городе или замке. О, как! Город проклятых. Это я сейчас здесь. Крыло Берн. Берн. Ладно, допустим. Допустим. Так. А, вот, собственно, да.
Наш дневник проверьте. Это вот то самое место, которое вначале мы сюда пришли, зашли через дверку. Ну, не совсем в начале, там, в каком-то начале начал. Вторая, может, третья серия. И нам сказали, что мы не можем это разрушить. Я там говорит, там люстра и все. Следуя по пятам за Дракулой, я оказался в комнате с каким-то волшебным механизмом. Я уверен, он меня не видел, но когда я вошел, он исчез. Может, он как-то быстро перемещается из одного огромного замка в другой? Это бы объяснило, как повелитель теней может управлять тем, что творится в его владениях. Механизм, как оказалось, работает на крови, однако, когда я пожертвовал своей, ладонь пронзила острая боль, а в вены была введена странная жидкость. Теперь я корчусь от спазмов так, что едва могу писать. Я лишь надеюсь, что меня запомнят за героические поступки, несмотря на мою последнюю ошибку. Если же нет, я пойму. Запомните раз навсегда. Никогда, никуда, ни в какие дырки не суйте части тела, которые вам дороги, предварительно не узнав, что это за дырка. Она еще будет как вот с этим. Это касается любых дырок, отверстий, углублений и прочего. Вот оно как. Вот оно как. Ишь ты, кулибин хренов. Стой. Никаких туды-сюды, сюды-туды. Бля, старобат синенький, да? Значит, сначала замораживаем, потом скачем. И если мы успеваем, то мы успеваем, что, собственно говоря, и может случиться. Так. Не получилось, не успел. Интересно. Так, еще разочек попробуем. Интересно, интересно. А вот и сейчас еще кое-что посмотрю. Вот сюда вот. Заглянуть. Может, нужно подзарядиться. Ледяной гребень. Это пока не надо. Тихо, давай, давай. Ехал мы обратно. Не успел. Надо тайминги. Подам.
Куда ты стреляешь, олух? Я чуть-чуть не успел, я не знал, куда там прыгать. На самом деле надо было прыгнуть туда и по это. Я сейчас только увидел, куда надо прыгать. Вот то он прыгает непонятно на какие метры, километры, а то тут глядичка не может. Да. Ой, олух. Ну куда ты? Еще не знаю, пусть. Я понял. Тайминги тут, конечно, надо держать интересные. А можно ли улучшить как-то меч, чтобы он давал больше времени? Ты сам себе злобный буратин, да? Олеся, песня. Можно как-то? Нельзя. Только оттуда, да? Мы ж тут нигде не можем встать, да? Мы ж настолько принципиально, что стоять можем только на земле. Ни на одну сторону палку не можем залезть, и исключительно только на земле мы можем стоять. По-другому, ну просто никак. Так, все, тут больше никуда, да? Опа. Сюда сползали, сюда слазали. Что сейчас нашел? Непонятно, что-то нашел. Нет, не то. Тут нашел непонятно что. Вот опять что-то нашел. И снова что-то нашел. Ты не можешь сказать, что ты нашел? И каргона. Там мы нашли. Там мы куда-то едем. Куда мы, интересно, едем? Хотелось бы мне узнать.
не то. На самом деле не то использовал, надо было зарядить эти самые перчатки. Перчатки надо было зарядить, а я зарядил не то, что хотел. Видно. О, слушай, я тут был. Я тут уже был. Что я хотел тут сделать? Тут была необходимость куда-то что-то... Ладно, сейчас узнаю. Летающие твари. Сюда иди. Слазь с неба. Тихо. Сожрем, я вас всех сожру. Покажу вам два стула. На одном пике точил нас. Тихо. На другом гарпии печены. Ну вот и все. Так, и пришел я, собственно говоря, оттуда, а садить надо, говорят, собственно, вот сюда. Сейчас еще буквально пару минуточек и будем заканчивать, потому что мне тут интересен был один моментец. Мне нужна сила хаоса. Стопы, дружок. Стопы. Магия хаоса. Все навыки на... Все не то, ладно. Так, а что это? Навыки, все навыки, нам пока... Стоп. Ноль приобретаемых, две улучшаемых. Пять приобретаемых, ноль улучшаемых. Мощный кулак. Три тысячи надо на улучшение. Это что? Убойный выпад. О как. Ну пусть будет. Собственно говоря. Это как будет? Подпрыгиваешь. О. И делаешь вот так. Зачем это? Для чего? Непонятно. Вот кровяку я использовал зазря, и ее теперь нужно будет где-то восстанавливать. И не кровяку, а это самое. Яростную ярость. Вот куда я хотел. Вот сейчас мы тут с вами, ребятушки, друзьятушки, откроем один ключ, потому что они у меня есть. У меня есть ключ. Где-то здесь, только входить, где-то здесь. Ага, вон там можно. Что?
Правильно, вон там можно забраться. У меня есть ключик от подземелья, который можно использовать. Тут сразу приехала чашка. Опачки, я нашел какие-то черепухи. Что за черепухи? 2000 очков сразу. Что, это все? Это черепухи за 2000 очков мне нужно было? Ну что, на сегодня все. Мы победили Горгону, мы побегали по новому замку, мы научились замка перемещаться. Получили полностью одну еще способность, третью. Как говорится, обучение мы, считай, прошли. Так что, следующее будет уже более-более. Всем спасибо, что смотрели. Подписки, лайки, комментарии, все прочее. Вы знаете, вы молодцы. Так что волосы у вас будут длинные и шелковистые, если подпишетесь. Ну а пока, пока-пока, до следующих серий.